Ну что, добрый день и очередные зрители. Добрый день, все зрители канала Планета Дзюдо. И у нас очередные субботние размышления о боевых искусствах и разном. Да. Вот. В прошлую субботу у нас что-то не получилось. Все у нас получилось. Или получилось, но... Не для широкой публики. Не для широкой публики. Поэтому для широкой публики сейчас мы решили... Во-первых, я пересмотрел некоторые точки, которые мы хотим обсудить сегодня. Вот. Так, в глобальном понимании мы обсуждаем сегодня такое понятие, как кодекс. Некие своды правил, да? Кодекс. Есть же кодекс, да? Кодекс. Такое понятие. Да. Уголовный кодекс. Уголовный кодекс. Еще какой-то кодекс. Но мы будем рассматривать кодекс в сфере боевых искусств и попробуем спроецировать его на нашу повседневную жизнь и как это может отражаться в нашей повседневной жизни, как практика боевых искусств, которая может способствовать развитию тех качеств, которые вот личностных, которые мы сейчас обсудим в нашей повседневной жизни, как эти как занятие айкидо, дзюдо, самбо, карате может на это повлиять. Но возьмем за пример кодекс дзюдоиста. Возьмем. Там есть несколько качеств. Точнее их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы их обсудим. Да? Попробуем? Попробуем. Влад Макаров. Да, знатный дзюдоист. Кузница айкидо. Вот. Ну, а я... Планета. Адепт дзюдо. А у меня планета целая, да. Есть такое... Во-первых, я хотел вот спросить у Влада его мнение по поводу вообще кодексы. Кодексы нужны? Есть ли необходимость в разных кодексах? Ну, это же свод правил. Я думаю, есть. Обязательно есть. Так же, как инструкция к бытовой технике или к чему-то, с каким-то сложным механизмом. А это же сложный механизм единоборства. Поэтому нужна такая инструкция для техники безопасности. Это вот как техники безопасности, по большому счету, я бы так назвал. Вот этот кодекс. Ты, иными словами, можно так еще сказать. Без, да. Без знаний этих правил... Можно делать ошибки. Можно делать. Не, а можно ли без знания этих сводов правил, так сказать, значит, что вы человек знаете? Не может начать практиковать? Может начать искусство. Человек наделен свободой выбора, и он может. Даже если он еще не знает этих свод правил. Да, если есть такой уровень сознания, ты не знаешь, что ты не знаешь. Следующий уровень. Ты знаешь, что ты не знаешь. Следующий уровень. Ты знаешь, что знаешь. И уже завершающее, ты уже не знаешь, что знаешь. Как бы, ну, бессознательные компетенции. Вот и все. Как бы, ну, то, что как бы. Ну, так и есть. Вот, не знаю, по какой причине, я заглядываю в подсказку твою. Ну, правильно. То, что все тяжело. Все там теперь, все выносная память. Да, ну подсказки, они вообще это как типа, ну дневник, да, я веду, вот, это у меня подсказка. А дневник всем надо вести. Да. Обязательно. Это тоже некий кодекс. Это привычка, наверное. Ну, правило, тоже правило. Правило вести дневник. Ты записываешь что-то туда. Ну, это... Дневник тренировок тоже. Да, говорит. Дневник тренировок, вообще дня. Есть такой, да, книжки такие есть, план дня. Дневник. А иначе никак. Да. А иначе будешь по кругу ходить. Мы же в школе начинаем с этого, да, дневник. Вот сейчас, правда, этого в школе нету. Чуть-чуть отвлеклись в сторону. Но сейчас уже в школе нет таких дневников бумажных. Сейчас электронные дневники, которые, на мой взгляд, не совсем отражают. Хотя вот у меня тоже электронный дневник падает. Итак, вот дружба. Почему первым стоит, я не знаю, в кодексе дзюдоиста. Почему дружба стоит на первом месте. И вот у меня здесь написано вот. Такое, что дружба – самое чистое из всех человеческих чувств. Почему первым стоит, как ты думаешь, Влад? А я думаю, потому что это же ты один не будешь дзюдо практиковать.
И вообще, наверное, не только дзюдо, а айкидо. Ну, да, один. Как ты будешь один? Поэтому ты практикуешь с кем-то. Угу. А практиковать с недругом, расти, ты априори не сможешь. Поэтому тут дружба, я думаю, только из-за этого стоит. Что только друг, который, ну, не потакает тебе, не в этом плане, а то, что он тебе помогает расти. То есть он тебе друг, априори это помощник, друг. Это не вредитель. А вот смотри, практикуя с другом, вот вообще любая практика боевых искусств, айкидо возьмем, там, дзюдо и так далее, это может улучшить твои качества дружественные? Да. Твое качество дружбы улучшить может? Нет. Может улучшиться качество дружбы в практике? Может. Но может через это улучшиться количество друзей. А потом количество может перейти и в качество. Но качество это зависит от тебя. Не кто твой друг, а какой ты друг. Угу. Понимаешь? Они же единоборство учат управлению прежде всего. Сначала ты управляешь собой, а потом ты управляешь партнером. Ну, телом партнера. Правильно? Поэтому вот дружба и так вот. Но сначала ты сам. Ну, должен контролировать. Не в эгоистическом смысле, я вот такой классный, а вот ты себя контролируешь, и партнер тебе в этом помогает. Ну, становится другом. Кто тебе помогает расти, тот, да, тот друг. А кто тебе не помогает, тот... Ну, нельзя назвать, что он не друг. Просто не помогает. Не помогает. Или он не друг. Ну, я не знаю, хочет помогает, не хочет не помогает. Значит, ты согласен с тем, что дружба это как бы одно из первостепенных, да, качеств. Вот к нам.